Неплохо. Коварж! Коварж! Гол! Блестящий гол Яна Коваржа. Это ж какая работа рук! А вот Карл уже сам перехватывает в средней зоне. Лейно, бросок, вот он, гол! За секунду до выхода удаленного Максима Рыбина Медвежчак забивает в большинстве. Билли Лейно, автор этой шайбы. Эту пятерку в их зоне действия Витязи, и вот теперь смена произойдет окончательно. Хорошая передача, Локтионов не меняется, еще Локтионов, блестящий гол, 3-1. Четвертая шайба в четырех матчах за ярославский Локомотив. Атланту, но вот выход Воронин, классная передача, и можно бросать, шайба в сетке. Великолепно все разыгрывает Атланта, и может быть запоздалый, но все-таки гол. Атака Атланта. Гилрой. Гол! 3-2. Мэтт Гилрой забрасывает третью шайбу Атланта. Выводит свою команду вперед. Самый результативный за... Повторюсь, ну, ничего не предвещает. Неплохо. Здорово. Классно, в одно касание. Как по нотам разыграли здесь эту голевую атаку. А мячи выходят вперед 2-1. Вот так вот, с ног на голову в течение двух минут. Комично. Словно испугался он этого более крупного плана, который взял режиссер трансляции. И момент у Мазякина. Гол! Счет в матче открыт. А все началось с того, что упал Крис Ли перед собственными воротами. Сейчас, да? Отбита шайба, но добить ее тяжело. Ух ты! Ну-ка покажите нам этот номер Дмитрия Кубрышева еще раз! Непостижимым акробатическим этюде до нее добрался, из-под клюшки вратаря ее выцепил, выцеганил. Это происходит не так регулярно, как, может быть, хотелось бы болельщикам Торпедо, но происходит. Жерня, передача, и Новак забивает 1-1 за 2,5 минуты. Какая передача от Жердева была. Вот так вертушечку исполнил и точно на клюшку своего партнера. Шикарный пас. Шайбу у них отбирают. Сейчас достаточно легко. Если видите, тащит шайбу Кучерявенко. Кучерявенко! Ай! Кучерявенко, красавец! Что творит Александр Кучерявенко? 1-1. Оставил неудел всю оборону и Дэнни Тейлора. Ай да 55-й! Ай да Саша! Александр Кучерявенко сравнивает счет. Им 1-1 у нас. Шестая шайба Александра Кучерявенко. Зовитесь.